Сегодня начнем, пожалуй, что издалека, и вспомним сначала проект так называемого Йо-мобиля. На старте его проектирования было заложено огромное количество прям вот инноваций и ноу-хау в легковом автомобилестроении, среди которых и роторно-лопастной двигатель, и сперва применение базальтового волокна для изготовления кузова, а потом полипропилена. Ну, идея была в том, что кузов можно будет утилизировать и частично полученный пластик потом добавлять в состав новых кузовов. Так же, как, в общем-то, это сейчас делается с пластиковым обвесом. Также постоянный полный привод на двух электромоторах, Tesla тогда еще не было. Последовательный гибрид, что, в общем-то, инноваций не было, потому что впервые было представлено еще Фердинандом Порше в 1900 году. Но, да, именно вот в легковом автопроме массовом никогда не применялось. А также, что нас в этот раз больше всего интересует, это использование так называемых суперконденсаторов или ионистров вместо литий-ионных аккумуляторов. И если вы вдруг думаете, что единственное, что покинуло ворота Йо-Авто своим ходом, это несколько тривиальных электромобилей, один из которых был подарен Прохоровым Владимиру Вольфовичу, то вы, видимо, плохо помните историю, потому как существует, ну, как минимум 5, а может быть и больше, кто знает, прям вот полноценных Йо-мобилей с последовательным гибридом и с применением в качестве основы своей гибридной трансмиссии суперконденсаторов. В основе применения суперконденсаторов в трансмиссии лежит простая и понятная идея. Вот смотрите, у нас есть большой силовой агрегат в обычном автомобиле, который должен как поддерживать внушительную круизную скорость, так и резко ускорять автомобиль на малых скоростях. Для этого у нас есть, конечно же, коробка передач, но в целом, если мы берем достаточно динамичные автомобили, которые могут ускоряться за 9 или менее секунд до 100 км в час, обычно и максимальная скорость у них больше 200 и иногда даже больше 250. Практически все топовые машины сейчас имеют ограничение в 250 км в час электронные, хотя технически могли бы ехать и больше. Но на дорогах общего пользования так нельзя, и больше 140 по большому счету никогда не надо. Так вот, разработчики Йо-мобиля придумали такую схему, что берется относительно слабый ДВС и пакет суперконденсаторов, которые выступают вроде буферной емкости и накапливают избыточную энергию. Когда мы ускоряемся, энергии тратим максимум, а когда тормозим, не тратим нисколько. И энергия торможения могла бы куда-то запасаться, эффект рекуперации вам всем известен. И также избыточная энергия, которую производит ДВС, мог бы тратиться не на торможение двигателем, да, закрытой заслонкой, а, например, дозарядить вот эту буферную емкость. Таким образом, поддерживая нужное количество вот этой вот буферной энергии, можно добиваться и хорошей динамики, и низкого расхода топлива, и малого размера двигателя внутреннего сгорания. Соответственно, сокращается подкапотное пространство, увеличивается пространство для пассажиров при сокращении общего размера автомобиля. С момента старта проекта Йо-мобиля прошло уже более 10 лет. И вот буквально совсем недавно, чисто случайно, наталкиваюсь на вот такую вот штуковину. Это самый обычный джамп-стартер или пускач, как еще его называют, но в основе конструкции которого не литий-ионная батарея, а как раз-таки тот самый суперконденсатор. Давайте сразу вот расставим все точки над «и», чтобы у нас не было взаимного недопонимания. Я интересовался пускачами, и в любом случае, хоть какой бы то ни было, я хотел себе приобрести. И когда узнал о его существовании, вот прям реально мне понравилось, и я заинтересовался его покупкой. Но конкретно этот китайцы мне прислали для обзора бесплатно. Я за него не платил. Но сейчас в традициях техноблогеров произведем распаковку данного устройства и просто покажу его комплектацию, а также качество изготовления. Поставляется он вот в такой вот коробочке, с внешней стороны название, понятное дело, с обратной стороны характеристики, кратенько. Давайте по ним пробежимся. Максимальное напряжение 15,5 вольт, это когда он полностью заряжен, именно да, такое напряжение он выдает. Максимальный пусковой ток 800 ампер, проверить никак не могу, но вроде бы правдоподобно, потому что суперконденсаторы, как я уже сказал, могут разряжаться практически мгновенно. Вот, одна из ключевых особенностей этой конструкции – эксплуатационная температура от минус 40, также время зарядки различным типом, а заряжаться она может и должна разными способами,
Там стоит один преобразователь, я чуть позже об этом всем покажу, расскажу, здесь прям подробно все будет. Заряжаться может как от 12 вольт, в комплекте идут клещи, так от 12-вольтовой розетки, это в прикуриватель там вставлять, не знаю, что за input 6 вольт, и от USB разъема. Обычный микро-USB питается от бытового, ну, как блока питания смартфонного. Достаточно тяжелый и габаритный. Открываем. Внутри коробки такой вот тканевый кейс с ручкой для переноски и двумя замочками на молнии. Вопросов, в общем-то, не возникает к нему. Сделан достаточно аккуратно и качественно. Внутри самого кейса три отделения. Отделение для проводов, отделение для рекламы инструкций, а также для, собственно, самой главной нашей приблудины. Корпус целиком пластиковый, собран аккуратно, никакого облоя нигде не видно, все стыки ровные, сзади есть небольшие вот прорезиненные подушечки. С обратной стороны снова у нас кратенько характеристики, чуть по-другому название модели, а также новая информация, это защита от воды и грязи, IP65. То есть прям вот под воду кидать не стоит, но прямой поток воды, а также брызги там и так далее, для нее не проблема. И еще набор ошибок, которые он нам может выдавать, то бишь защита от высокой температуры, низкой температуры, низкого и высокого напряжения, неправильной полярности, ну и, собственно, просто, что он готов к работе. И эта штука только 12-вольтовая, ну, потому что мы знаем, что 15,5 ее максимальное напряжение. Из интерфейсов у нее один маленький ЖК-экранчик, и здесь вот за заглушкой разъемы плюс одна единственная кнопка. Разъем, понятно, силовой для крокодилов, для 12-вольтовой, ну, для прикуривателя и USB 5 вольт. Кнопка, если ее нажать и удерживать в течение секунды, вызывает включение устройства и активацию его маленького ЖК-экрана монохромного, на котором пишется текущее его напряжение, и если он подключен к питанию, то напряжение источника питания, а также текущий процент заряда. Сейчас 10,5 вольт и 68% это мало для того, чтобы от него непосредственно запитать автомобиль. Вот, пишет low battery. Не активируется. Должно быть минимум 90% или 14 вольт. Тогда, да, можно использовать. В качестве набора проводов у нас, ну, я их уже много раз перекладывал, пользовался им. Вот он для прикуривателя, ни разу не использовал. Сами крокодильчики. Большие и аккуратно сделанные. Снова вопросов никаких. А, прям вот не то, что из Ашана за 300 рублей. Зубья на этих крокодилах запитаны отдельно, то есть вот такая вот перемычечка, от каждого идет ток. Визуально сечение, наверное, что-то в районе 16 квадратов. Ну, я думаю, что при учете того, что эта вещь эксплуатируется кратковременно, то есть чисто для пуска, а не для длительного потребления, этого сечения, наверное, должно хватать даже при учете того, что якобы 800 ампер она может выдать, что прям реально много. Ну и небольшой вот косячок пошивки. Нитка вот так вот. Топорщица. Ах да, чуть не забыл, комплектный USB-проводочек. Основные отличия этого устройства от аналогичного на литиевых батареях кроются, в общем-то, в свойствах литий-ионных батареев, их плюсах и минусах, и суперконденсаторов, их плюсах и минусах. Кратко пробежимся по ним. Будет в этой стороне литий, в этой стороне суперконденсаторы. Плюсы и минусы. Давайте по литию. Плюсы. Большая емкость в маленьком объеме. У суперконденсаторов маленькая емкость. И при вот таком вот размере здесь всего 350 фарад на 15 вольт. По расчетам мы чуть позже перейдем. Я прям вот отдельной секцией сделаю. Дальше. Плюсы лития. Низкий саморазряд, в отличие от ионисторов, которые полностью вот эта вот штуковина разряжается за неделю, практически до нуля. А первые свои верхние 10%, в которых она, собственно говоря, и должна работать, теряет буквально за 3 часа. Но это и не очень важно, потому что концепция применения этой штуки, ну, существенно, скажем так, отличается от пускачей на литий. Дальше идут минусы лития по сравнению с ионистрами. Первый и самый главный – это диапазон рабочих температур. Литий в минус 20 уже, откровенно говоря, перестает отдавать нормально ток, его надо бы подогревать. Поскольку пускач – это такая штука, которая чаще всего нужна именно зимой, хотя и летом, конечно, бывает нужна, вот эта характеристика достаточно важна. Ионистру вообще по барабану. Я не знаю, что будет, если его заморозить до минус 273, но при минус 40 ему реально все равно. Дальше, по току. У лития отдача комфортная. Прям вот комфортная-комфортная. Это, ну, там, до 5 его емкостей.
Дальше, в принципе, для него это большая нагрузка. Есть литиевые банки, которые до 50 своих емкостей отдают в достаточно продолжительном сроке службы. Применяются они часто в авиамодельках, там, где самолетики, вертолетики, там, машинках. Там, да, и, наверное, в пускачах такие же банки точно используются, хотя вообще они должны стоить несколько дороже, чем среднестатистический пускач на литии. Но, тем не менее, 50-60 своих емкостей ток – это еще ничего. Но при банке в 4000 мАч или 4 ампер-часа 60 емкостей – это 240 ампер. Ну, вообще, это не очень много, и зимой машину с большим двигателем таким током не заведешь. Соответственно, либо эта банка должна работать прямо на износ и отдавать порядка 100-150 своих емкостей на пуск, либо просто не тянуть двигатель. Тут уже зависит от конкретного пускача. Наверное, те, что получше и подороже, выдают эти 100 емкостей, но служат относительно недолго, пару лет. Те, что не отдают, ну, просто бесполезны. С ионистрами такой проблемы нет, а он отдает свой ток вообще без проблем, полностью, за считанные миллисекунды может полностью разрядиться. И срок службы как таковой, ну, к нему это не особо применимо, если только брака нету, лет 10, я думаю, эта вещь должна прослужить, и примерно ровно этот же производитель и заявляет. Значит, что касается концепции использования данного устройства. Да, он не может завести 10, например, автомобилей подряд от одного заряда. В лучшем случае, по результатам моих испытаний, 2 заведет, потом надо будет подзаряжать. Но хранить его надо, по сути, разряженным. То есть он просто вот у вас где-то, вот это я зря так кинул, лежит, и типа хрен с ним, что разряжено. Подключаете к источнику тока, а мы об этом тоже сейчас чуть позже прям развернуто поговорим. И он берет на себя, заряжается от этого источника тока, например, даже от практически полностью севшего в ноль аккумулятора он способен себя зарядить, и резко отдает этот ток. Та же самая концепция, что с Йо-мобилем. У нас есть источник большого количества электричества, который может медленно его отдавать в некую буферную емкость, которая потом отдает его много и быстро. Ладно, что-то долгое предисловие, давайте уже возвращаться назад в прошлое к тестам данного устройства. Доброе утро, товарищи, как говорит один наш общий знакомый. После вчерашнего опыта с электрочайником и высаживания аккумулятора, кто не видел, ссылка в описании или в углу экрана, идем пробовать, собственно говоря, заводить машину. После того, как я ее высадил чайником, я еще дополнительно потратил где-то час, чтобы посадить батарею, насколько это возможно, довел до состояния 9,4 вольта без нагрузки. При 10,5 вольтах начинают отключаться все обогревы, при меньше 9 вольт выскакивает ошибка ESP и что там еще? И что-то еще, забыл уже. В общем, цель мероприятия, это, конечно же, проверка в боевых условиях вот этой вот самой коробочки. Сейчас замерим температуру воздуха, посмотрим перед запуском, сколько у нас сейчас напряжения борт сети. Вольтметр показывает достаточно точно. Смотрю, аккумулятор немножко подвосстановил сам себя и без нагрузки 11,5. Но за бортом у нас сейчас, вчера ночью опускалось до минус 22, сегодня по прогнозу должно быть до минус 25 ночью. Сейчас полночь, температура, ну, типа минус 20. Мягко говоря, достаточно холодно. Я почти уверен, что, будучи высаженным, завести машину он не сможет. Пробуем. Не может. Так, применим старый дедовский метод с прогревом аккумулятора дальним светом. Типа прогрел дальним светом, пробуем еще раз. Ну нет, нет, мертвый. Ладно, не будем больше мучить машину, и так жалко. Пробуем наш бустер. Ключевая особенность этого бустера то, что он, по сути, постоянно разряжен, и только когда его подключаешь к источнику тока, даже очень севшего, он быстро начинает заряжаться. Посмотрим же, с какой скоростью он будет это делать. Продолжение следует...
прошло еще вот столько вот времени, и напряжение на аккумуляторе упало аж до 8,4 вольта, и в принципе все, бустер заряжен. Вот, теперь заряжен. Согласно инструкции, надо нажать кнопку и в течение 10 секунд успеть добежать до ключа зажигания, после чего он готов завести в теории хоть КамАЗ, если бы тот питался 12-вольтовой батареей. Пробуем. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. О, сразу. Светло стало в машине. Ага. С первой попытки таки не смог. Интересно. Он почти уже схватился, но нет. Заряжается заново. Автоматом сам себя заряжает. И главный плюс, что так можно делать сколько угодно, много раз. Правда, я еще не уверен в прочности контакта этого, его токопроводности. Хрен знает, как я обхватил эти клеммы. Потому что это тоже, в общем, ключевой фактор в плане пускового тока. Но дадим ему еще разочек зарядиться и снова включим. А тем временем термометр, просто полежав в салоне машины, правда, с открытой дверью, показывает у нас минус 22. И в доказательство того, что бортовой вольтметр показывает правильное напряжение, вот сейчас у нас 8,3, 8,2, согласно бортовику. И вот одним кадром показываю 8,1. Только что было 8,2, согласно бустеру. При потерях, соответственно, на контакте и так далее. Ну что ж, попытка номер 2. Стартуем. Пошел обратный отчет. 7, 6, 5. Смотрим напряжение. 8,8, 8,7. Сразу 13,2. Специально еще не выжимаю сцепление, чтобы было тяжелее. Ну, запустился, что я могу сказать. Работает. Следующий тест, который интересно было провести, это посмотреть, что же с ним будет при действительно низких отрицательных температурах. Ну, понятное дело, если самим суперконденсатором при минус 40, как заявлено, и даже ниже, наверное, ничего не будет, то вот к монохромному жидкокристаллическому дисплею реально вопросы лично у меня были. Плюс интересно было посмотреть на скорость саморазряда в зависимости от температуры. Если просто его положить, то со 100 до 90 он разряжается примерно за 3 часа. В итоге отнес его в свой морозильник, положил и достал спустя некоторое время. 3 hours later. Чего себе, минус 34 в морозилке? Да ладно. Правда, что ли? Посмотрим, сколько потерялось заряда за 3 часа. И этот еще, как его называют, как работает ЖК-экран. Заряда почти не потерял. То есть, в принципе, можно вот прямо сейчас даже им стартовать машину. Экран работает без проблем. Я вообще удивлен, что там минус 34. Следующий момент. Поскольку эта штука требует того, чтобы быть заряженной, прежде чем использоваться по назначению, то разряженный аккумулятор – это одно дело. А вот что, если он испортится? Ну, например, осыпется одна банка, коротнет, ну или еще как-то придет в полную негодность и, ну, типа, будет еще какое-то там напряжение незначительное выдавать. Сможет ли тогда она от него зарядиться, ну и потом, собственно говоря, запустить автомобиль? Потому что с литиевым, очевидно, такой проблемы нет, и запустить он сможет автомобиль, даже если аккумулятор, ну вот, умер совсем или его украли. Спасибо одному хорошему человеку, который подарил мне свой реально испорченный аккумулятор, который, по его словам, сперва осыпался, а потом простоял на балконе около года с напряжением в районе там 7 вольт. То есть, да, вот он прям ему совсем капец. Аккумулятор. Теперь включим зажигание, посмотрим, сколько зажигание включено будет. О, даже не зажигается приборка. Да. Мертвая. Так, это хорошо. Пошло вверх. Что-то как колбасит напряжуха. Так, заряжается. Немножко жульничал, дозарядил его от основного аккумулятора, ну тоже что-то очень долго, походу, придется ждать, а напряжение уже на этом упало до 5,3 вольта.
Ну, очень долго бы, наверное, пришлось бы заряжать. Сейчас посмотрим, добьет ли он оставшиеся 10% или нет. Ну вот начал выдавать значок low battery. Видимо, заряжаться дальше уже не будет. Слишком мертвый аккумулятор, чтобы зарядиться от него напрямую. Ладно, раз не получилось зарядиться от него, но он прям совсем мертвый, что, ну, как бы в дороге не должно, в общем-то, случаться, хотя не исключено. Попробуем другую тему. Это завести автомобиль напрямую от нашего пускача. То есть вот я с основного аккумулятора клемму снял, подцепился к ней крокодилом от пускача, и чтобы он работал, потому что он должен почувствовать хоть какое-то напряжение, он не может как бы отдавать воздух, ему надо на вход напряжение. Дополнительно посадил обычными... крокодилом, как она называется, короче, проводами этими к этому мертвому аккумулятору, то есть он чувствует напряжение, и теперь ключ у нас там зажигание. Остается только нажать эту кнопку и в течение 10 секунд добежать до замка зажигания, включиться и запуститься. Вот, все загорелось. Да, заводится без проблем. Хватает энергии чисто вот самого этого, чтобы завести двигатель. Но сейчас работает чисто на стартере без аккумулятора. Глушимся. Так, ну после успешного старта пуска двигателя, он пишет, что у него еще осталось 93% заряда. То есть, в принципе, готов прямо вот сейчас пустить еще один раз. Вот если я снова подключусь, без всякой зарядки, просто вот нажимаю и все. Он говорит, пожалуйста, запускайтесь еще раз без подзарядки. Неплохо. На два раза, как минимум, точно хватит запуска без дополнительной зарядки. После снятия полной нагрузки с аккумулятором, в принципе, показывает типа 9,6. Я думаю, если бы он при малейшей нагрузке показывал бы хотя бы 6 вольт постоянно, то, наверное, он бы смог его зарядить полностью. Но, к сожалению, он почти сразу же по напряжению падает ниже 6 вольт. И писец, короче. Как вы поняли, вещь не такая уж себе и бескомпромиссная, и имеет свои недостатки. Поэтому давайте подумаем, как еще мы можем ее подзарядить, если аккумулятор на это не способен. И тут вспоминаем, что практически любой современный смартфон обладает функцией так называемой обратной зарядки, когда не он заряжается, а он заряжает. Ну что ж, попробуем. По неизвестной мне причине мой Samsung запитать эту штуку выше 60% не может, выдает вот такое вот сообщение Android, но есть у нас еще Asus, и у него тоже Type-C разъем, и он тоже может запитывать другие устройства. Более того, когда его включаешь, он выдает вот такое вот сообщение, предлагая выбрать обычную или быструю. Честно говоря, разницы между ними не заметил, попробуем выбрать быструю. Сейчас у нас 71% здесь и 91% здесь. Ну вот, уже 99%. По моим расчетам, если телефон в этом режиме быстрой зарядки отдает 2 ампера, то на зарядку с... А, вот, готово. 15,5 вольт. Так, смотрим, что у нас. Здесь по зарядке 58%. Сейчас пересчитаю. Учитывая, что у Asus батарея 5000 мАч, а за время зарядки он потерял 13% своей емкости или 650 мАч, то это означает, что за те 14 минут, пока он его заряжал, ток он отдавал в среднем 3 ампера. Немало. Полная же зарядка телефонным блоком питания на 2 ампера с использованием комплектного USB кабеля заняла 24 минуты, что в целом полностью соответствует заявленным характеристикам. Ну и под конец минутка для любителей Саватеева. Расчет всех необходимых емкостей, токов, количество требуемой энергии и так далее. Если вам это не интересна секция, просто проматывайте до указанного вот тайминга. Здесь до, собственно говоря, финальной части этого видео. Так сколько же в итоге помещается энергии в данное устройство? Как это соотносится с литиевыми аналогами и сколько нам вообще надо? Для того, чтобы это оценить, для начала придется привести все к единой единице измерений. Потому как емкости конденсаторов измеряются в фарадах, а емкости литиевых батарей традиционно в миллиампер-часах. Ну или если это большая батарея, то в ампер-часах. Что мы знаем об этом устройстве? Что здесь внутри 5 банок по 350 фарад, каждая соединенных последовательно. В итоге на выходе нам это дает 15,5 вольт максимального напряжения, ну это вы уже знаете,
И нет, емкость при этом не сохраняется. Рассчитывается как единица, деленная на общую емкость, равняется единице, деленная на каждую емкость в отдельности суммарно. Таким образом, 350 фарад превращаются в 70. Вот такая вот математика. Далее, если мы фарады умножим на напряжение, то получим кулоны. Умножаем 70 на 15,5, это 1085 кулонов. Если же кулоны умножить на напряжение еще раз, то будут джоули. Но умножить на 15,5 еще раз мы не можем, потому как емкость конденсаторов нулевая при нулевом напряжении, а максимальная при максимальном. То есть умножать нам придется уже на 15,5, деленные на 2 среднее напряжение, что даст нам 8400 джоулей. А джоули у нас это что? Правильно, ватт за секунду. То бишь, разделив все это еще на 3600, мы получим 2,33 ватт-часа. Вот столько вот энергии помещается в этом устройстве. Для сравнения, возьмем все тот же мой смартфон Asus, который вы уже видели, с батарейкой в 5000 мАч и условным напряжением 3,7 вольта. Перемножив 5 на 3,7, получаем 18,5 ватт-часов. То есть, да, прям вот 8 раз больше, чем, почти 8 раз больше, чем вот здесь. Но это особенность конденсаторов по сравнению с литием. С этим ничего не поделаешь. Но, а сколько же нам надо? Давайте еще посчитаем. Возьмем некий условный стартер мощностью 1800 ватт. Ну, как условный. Вот в моей машине с завода стоял 1400 ватт, а я его поменял на 1900 ватт. И будем считать, что крутится он 4 секунды ровно. 1800 ватт за 4 секунды тратит 2,2 ватт-часа. То есть вот этой штуки хватит на то, чтобы вот столько крутить стартер, при условии, что вот он прям всю свою номинальную мощность потребляет каждую секунду ничуть не меньше. Ну, примерно ровно это мы с вами и наблюдали в моем тесте зимой, когда я в минус 20 с лишним заводил машину. Сразу. Но, если мы вспомним другой мой тест, когда я днем заводил вообще без аккумулятора, там заряда оставалось еще 93%. Давайте посчитаем, сколько же это энергии. Теперь мы уже умножим не на 15,5, деленное на 2, а на 15,5 плюс 14,3, деленное на 2. Ну, среднее напряжение вот в этом узком коридоре 10%. И еще умножим это на 10%, то бишь на 0,1, потому как, ну, можно на 7% умножить, но на самом деле там же не линейно емкость, в зависимости от напряжения. А эта штука показывает как будто бы линейно. Пусть будет 10%. Получаем где-то 0,43 ватт-часа. Учитывая, что стартер крутился около 2 секунд, можно сказать, что в этот момент он потреблял 800 ватт. Не 1900, который теоретически мог бы, а всего 800. Вполне себе правдоподобно. То бишь, да, вот летом можно 2 раза в таких условиях зарядить, сколько раз я его уже поднял, чтобы показать, запустить машину от одной зарядки этого устройства. Конечно же, с дизелями все несколько сложнее, и там есть еще такая вещь, как прогрев свечей, который занимает достаточно продолжительное время. Как он будет с этим справляться, к сожалению, не знаю, и проверить у меня возможности технической нету. Вот какой-то такой расклад. Как вы уже поняли, плюсов и минусов у этого устройства хватает. Но если вы досмотрели до этого места и вам все еще интересно, значит, нам с вами осталось обсудить всего один единственный аспект. Это где же ее брать, сколько она стоит, какой, на мой взгляд, порог цены для этого устройства и есть ли аналоги. Ну, смотрите, когда вся эта история начиналась, а начиналась она достаточно давно, еще в районе начала зимы, то на Алиэкспрессе вот это, а это типа их топовая версия, есть еще облегченная лайт-версия, она продавалась за что-то 8,5-9 тысяч рублей. И на мой личный взгляд, вот 8 тысяч, это прям вот порог, за который я бы ее, наверное, уже не купил бы. Дороже 8 тысяч, за те 10, за которые я сейчас предлагаю, ну вот для меня это дороговато. Есть еще облегченная, там 300 фарад вместо 350, и вообще этого, в принципе, будет хватать в большинстве случаев. На Алиэкспрессе вот эта вещь исчезла, осталась только ее лайт-версия, а это есть только на какой-то там гаджет плюс. Я, в общем, ссылки оставлю. И плюс китайцы еще дали скидку
промокод на скидку в 10%, который, правда, применим только к основной версии. К лайт-версии скидку он не дает. Ну, так они мне, по крайней мере, сказали. Далее, что касается аналогов. У компании Беркут вот есть тоже такой же чисто суперконденсаторный пускать, но стоит он намного дороже, и ЖК-экрана нету, и масса больше. Ну и про цену я уже сказал. Так что на этом все. Вот такое вот длинное видео. Мне действительно было интересно про нее рассказывать. Никакой здесь рекламы нету. Открытый, чистый, честный, объективный обзор с характеристиками, с плюсами, с минусами. Выбор, конечно же, за вами. Спасибо за внимание. До встречи в следующем видео. Пока. И ноу-хау в автомобилестроении, среди которых и роторно...